Проект организации «Алания сегодня» выиграл президентский грант. Он направлен на популяризацию здорового образа жизни в условиях распространения коронавирусной инфекции. По словам участников, из-за ограничительных мер большинство людей разных возрастов понизили свою физическую активность. По задумке авторов проекта, сам и для себя здоровый образ жизни в условиях социальной ограниченности, заниматься спортом можно в любых условиях и в любом возрасте. Будет снято 8 видеороликов, будут и полезные советы, как заниматься в условиях пандемии спортом дома. Чемпионы будут говорить, как они тренируются, ведь они тоже лишены этой возможности. Будет массовое мероприятие, рассчитано на 240 человек. Надеемся, что у нас не будет очередного витка коронавируса. И будут выездные мероприятия в школах для детей.